Жалко, музыки нет. Привет. Что на пузе написано? А теперь я, как вежливый человек, снимаю наушники. Музыка-то там у тебя внутри. Музыка внутри, а мы-то не слышим. Да, подо что ты двигаешься? Что на пузе написано? Гадость какая-то. Давай читать. Я не знаю. Империал. Ну, я, правда, такой переводчик, что лучше... Я даже не знаю. Надо Бессольцева спрашивать. Вчера был слэм. Да я там сделал диафильм. Короче, я сделал диафильм, его бы надо назвать... Ну, рассказывай про слэм. Его бы надо назвать «Весеннее обострение» или «Майский слэм» в Иркутске. Поэтический слэм. Это первое. Анечка уже сделала его своих. Ну, вон другая атмосфера. После ухода Дронова непонятно было, как вообще будет. Ну, все состоялось, и к тому же... Он был первый после Дронова? Нет, нет. Он был уже настоящий, другой, но слэм. Я в 130-м это раз. Во-вторых, я иду как раз в сторону твоей поганой паньки. Да я это понимаю. Вот. Ну, ладно, я сейчас дойду. Ну, расскажи народу нашему фейсбучному про слэм. И мы это... Нормальный народ, в общем, и так знает, что такое политический слэм. Ну, тогда для ненормального. Слэм – это слово-то вообще-то прижилось из рок-н-ролла. Слэмом называется в рок-н-ролле, когда вот так толкаются плечами, бьются на крайних формах музыки. Типа Дословный перевод есть? Толкучки, в общем. Буза. Буза. Ну, то есть тоже, как бы соревнования. Придумали французы, они все доброе придумали, гандоны тоже французы говорят, придумали. Возможно, немцы. Так вот, в чем суть? Что музыка – это закорючки на нотном стане, пока она не звучит. Также стихи – это просто слова в типографке. А где им звучать? Читать должен тот, кто их производит, то есть ну, созидатель. Слушай, ну это и без слэма было известно. Я пишу не тебе, говорю для тебя, подразумевая весь фейсбучный контингент. Ладно. Это актерский прием, сейчас. Здравствуйте. Ой, раздеваться не надо. Надо. В кадре. Я же не буду в этой кофте. Сразу ответ. Я же не буду в этой кофте фототься. Ах, вот как. Вика не с этого света, так что принимай ее. Все. Вика, но мы это зашлем в мировое пространство. Нет. Вот, тогда вот прячься. Что прячься? Тогда благоухай вообще. Петену покажи. Петендру. Прикиньте, я вам чем могу. Полно. Вам чем полно. Мы в эфире. Да. Мы в эфире. Да. А, да? Да, продолжим. Ну, продолжим. Расскажи людям, что ты узнала, иди. Нет, это слышно. А где узнала? А где узнала? Не, ну она же запретит мне потом показывать. Ты, это и прекрасно, ты снимай правду, а не правду. Нет, правду-то я сниму, а потом, куда мы ее денем, это правда. Свои чувства, найдем. Куда мы эту голую правду делаем и денем? Я начал щелкать навзничь. Ну, ладно. Такие портретные дела получают. Виталий Витальевич выговаривал, знаешь, своим серебристым бархатным тоном. О том, что ну никогда так мало пикселей делать портреты. Это, я с упоением слушал твой голос. Ты сейчас про что это? Ну, короче, посмотрите новый диафильм. Студия «Диафильм Фильм» города Иркутска. Вот эти майские проказы на слэме. Я только что его выставил. Ой, какой я темный. Слушай, я вообще про эту студию, про эти диафильмы, их несколько, наверное. Это я придумал, так. Назвать свое творчество. Диафильм-фильм. И там фотография за фотографией, и там есть смысл, он как бы диафильм. Не, ну и правильно, а если еще к ним приписывать эти пояснения, как в диафильме были? Вот я там одно пояснение написал, Олег. Главное, чтобы смотреть их надо под музыку, любую. Так ты ее и ставь. Нет, любую, какая-то у тебя есть, там звучит, оно уже хорошо. Под свое настроение. Да. Ну ладно. Театральный прием. Ну ладно, буду смотреть. Поймешь, почему. И там про этот слэм есть, да? Да. Он весь там майский, короче, вот этот. Слэмы тематические? Дальше продолжай. Да ты же знаешь. Нет, все не так. Музыку вспомнили? Музыка – это закорючки, нотный стан. Стихи – это просто слова в рифме. Пока не звучат. Ничего себе. А где читать? В кабаке. А кто судьи? Почему? А судьи кто? А вот это пьянь срань. Если ты уж там что-то прорубишься. Ну ладно. Так пусть это будет твоя... Французы придумали. Да они неправильно придумали. Да, скоро они... отставить, ты меня пишешь. Все, ладно. Потолок, ладно, говори. И вот. В наших условиях, кстати, даже в Москве так нет. У нас каждый месячный.
Потому что в руки взял покойничек дронов, и все у него в орду. Сейчас-то погодите еще. Я пишусь в эфире. И вот. Очень все как надо. Вот посетители Харатс Паба. У нас происходит один раз в месяц, последний четверг каждого месяца. Так как это не число, иногда люди потом, как было? Четверг. Где? Вот памятник Валерьянке, знаете где? Октябрьская революция. Валерьян Валерьянович Валерьянку стоит. Маленький. Да. У него еще фамилия Куйбышев была. Угу. А напротив этот Харатс. 8 часов. Каждый четверг месяца. У нас это будет. Подожди, ну, каждый четверг или каждый последний четверг? Каждый последний четверг последний. Месяца. Раз в месяц. Понятно. Происходит вот такое аресталище, политический слой. То есть сами поэты свои демонстрируют, там довольно жесткие правила. 3 минуты первая, а судьи вот и по очкам набирают. 1 очко, 5-балка. Первый за, ну, так скажем, за литературные особенности, а второй это за пруху, то есть мастерство, артистизм, донести. Так что это отчасти и шоу. Потому что умные стихи там пропадают напрочь. Люди вот выпивают. Ага. И хорошие тоже пропадают? Рано или поздно. Вот казалось бы, иногда бывают бухловые компании, там шум, гам. Это важно, значит, так и надо. Если уж ты эту компанию как чем-то задел, пробил, значит, что-то там было. Пусть и бездарно, но ярко. Не важно, это не качество, это совершенно другое. Это такой рок-н-ролльный калейдоскоп, что ли. А почему взято слово слэм из рок-н-ролла? Слэмиться – это пихаться вообще. Ну ладно. А судьи кто? Вот судьи, на второй круг судьи меняются. И что получается? Как бы то ни было, но вот на каждый месяц получается так, что во второй круг выходят самые интересные. Не скажу лучшее, худшее. Что цветы судят? Чем роза лучше Василька? Не лучше роза Василька. Все цветы. Петрович, а вопросы можно из зала? Давай. Слушай, ну все. Как бы это все хорошо, это уровень, получается, иркутской поэзии. Не-не-не, это во. Все не так. Не так? Я уже твой вопрос вот. Подозреваю. Да. Просто нет другой площадки, где реально талантливым людям собраться и как-то обмен мнениями. Ну, и пивон, и само собой. Самое интересное начинается, когда слэм заканчивается, честно говоря. Ты же на некоторых был, помнишь? Ну, был, был. Нет, а нет, я сейчас растился с этими всеми молодежными. Там вот такие вот читаю. Юра Якобсон вчера привел одноклассника или что ли, своего сына Борьки. И этот мальчик, я вообще одурел. Это какой-то читающий Есенин только этого времен-то Советского Союза. Я иду шагаю по Москве. Там образы из 60-х, это совсем мальчишка. И читает-то как Бойко. Багрицкий, вот, прям как Эдуард Багрицкий. Ну ладно, давай завершение двигайся. Да, финал. Там есть и открытие, конечно. Просто другой площадки нет, везде умничают. Снобы ебаные. Ну, коду сделай. Люблю я вас шибко, любите и меня так же. Все, будь здоров. Великий Олег Беседин, кино. Да, брал интервью у великого Петровича. И вот великая Вика пишет. Она нас запретила ее снимать. Спортинка. А вот как раз снимать-то надо запрещенное. Нет, я-то сниму. Новый цензор. Вика снимаем, все. Можно, все. Никогда не спрашиваю. Это, для художника надо немного быть экономным. Все, ладно. Все, иди. Это все для кадра.